Всем здравствуйте, с вами счастливая улитка. Сегодня вяжем свитер для собачки. В моем случае чихуахуа на теплую сухую осень. Буду использовать пряжу двух цветов. Набираю 52 петли вместе с кромочными и буду вязать платочной вязкой. Как вязать платочной вязкой, показывала в уроке номер 4. Ссылка на него будет в описании к этому видео. Капюшон, ну или башлык, будет маленький для красоты. Далее провязываю резинкой 1 на 1 и разделяю разделителями. Как вязать резинку, ссылка на урок будет в описании к этому видео. Итак, схема. Это спинка, два рукава и две полочки. Выделителями выделена вытянутая петля. С двух сторон от нее буду делать накиды через ряд. Как вязать вытянутую петлю, показывала в уроке номер 10. Ссылка на это видео будет в описании к этому видео. Рукава буду снимать на проволоку. Две полочки и спинку буду продолжать вязать. Сняла и вяжу дальше. Не забывайте примерять на вашу собачку. Все собачки разные, размеры у всех тоже разные. Продолжаю вязать до нужной длины. Красным буду вязать большую косичку с двумя маленькими. Можно их тоже назвать косичками. Как вязать, показывала подробно в видеоуроке номер 54. Совсем недавно его засняла специально для этого видео. Там все подробно. Ссылка на него будет в описании к этому видео. Связала нужной длины. Буду пришивать. Для того, чтобы пришить ровно, навязываю по краю красным. Тогда будет аккуратнее смотреться шов. Пришила. Примеряю. Рукава по очереди снимаю на спицы. Довязываю желтым, а затем красным. Резинку на рукавах делаю красным цветом. Доделаем второй рукав.
И примерка. Примерка постоянно. Сшиваю капюшон или башлык. На нем набираю петли. И затем навязываю красным. Временно наживуливаю нитками по пузику для примерки. Примерили. Далее вышивка. Вышито. Бумбончик или помпон на капюшон. Смотрится интересно. И теперь сшиваем шов на пузике. Готово. Примеряем. Вроде бы нашей моднице нравится. Это было все видео на сегодня. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за внимание. С вами была Счастливая Улитка. До свидания.